Вот смотрите, уважаемые дамы и господа, такой склеп. Здесь змея, кусающая себя за хвост. Это символ бесконечности. Посмотрите, кувшин, из которого вытекает вода, это символ уходящего времени. Часы песочные, это тоже символ уходящего времени. Надломленная роза, это тоже символ смерти. И коса, это тоже смерть, которая косит жизнь людей. Смоленское кладбище, все полно тайных смыслов. Здесь также очень много масонских символов, пентаграмм. Очень много всего зашифровано, конечно. Послание нам, потомкам.